Итак, мы сегодня обсуждаем вместе с вами, как пора одеваться в эту зимнюю осень. Ну вот да, так вот это следует назвать. Самый холодный ноябрь за последние 46 лет. И ну, посмотрите. Пора уже доставать какие-то там. Да, и самое главное, вещи. Сколько снега. Ну вот щедро, вот как никогда, не жалея нам насыпало. Ну и хорошо. Я тоже считаю, новогоднее настроение. Бросайте машины, надо гулять, надо ходить пешком, вот кстати. Вот как только вы достали все свои валенки, пуховики, шапки, размахайки. Бросили машины. Да, сразу гулять. Ребята, но у нас вот такие гости. Они к нам приехали. Пешком. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Мы счастливая пара. Айова – лучшая популярная группа 2016 года по версии сразу двух музыкальных премий. Однажды они переехали из Могилева в Петербург и, чтобы заработать на зимнюю одежду, круглосуточно расписывали красками тысячи парафиновых свечек. Теперь же, если зима слишком сурова, могут просто махнуть в Таиланд. А в концертных костюмах этих индейцев так много перьев, что хватило бы на три пуховика. Итак, Айова здесь, ребята, вместе с нами и с вами. Привет, привет. Друзья. Привет всем. Расскажите, если не петь и танцевать, то ваше любимое занятие зимой, вот в такую погоду? Вязать. Я-то ждал что-нибудь за пределами. Сочинять песни. Да, на пробежке в парке, на лыжной. Можно было просто сразу быстро что-то ответить. Мы катаем по городу, красивый какой Питер, вы видели, как навалило. Мы сегодня даже вот в снежки поиграли. Шуба или пуховик, Катя? Пуховик такой большой, ага. Безразмерный, чтобы можно было в самолете завернуться, как в одеяло, уснуть. Рядов на 25 такой пуховичок. Слушайте, друзья, но я не могу не спросить, у вас столько новостей каких-то вот именно музыкальных, выходит ваш второй альбом. Причем, значит, сначала дебютный был экспорт, сейчас импорт, я не ошибаюсь, да? Я хочу сказать, что импортируете? Слава богу, что не девальвация. Но почему такие экономические термины? Нужно к себе относиться с юмором. Да, сначала мы привезли из Беларуси. Это называлось экспорт, да. А теперь мы... А теперь вы отдаетесь миру уже, полноценно, да, импорт. Да. Отлично, просто это новый русский бренд. Да. Я правильно понимаю, что 18 числа живьем концерт в СПБ? Да. Ну это да, так, да, мы всем да. Подсказку такую бросаем. Ребята, а сейчас живьем здесь, в Утрино 5. Просим вас. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка. Нас с тобой берегут эти облака. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. Эту песню пою, и тебе хочется, я никогда не пойму. Одиночество в чьей руке будет лежать ладонь. Сам решай, но давай рядом лететь с тобой. Давай, давай, мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы счастливая пара. Счастливая пара. Мы мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Мы счастливая пара. Ну давай! А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка, громче музыка. Мои стихи, твоя гитара. Мы отличная пара, мы
счастливые пары.